Ой, выпал. Олег! Олег! Ты нас тренировку срываешь, Олег! Олег, вы тоже не подготовились? Олег! Потому что это, ну, это косяк, делает. Извини меня, это вот раз. А со мной я как-то растерялся. Микрофон, чем даже. Мы были не готовы. Все. Никто не готов, да, никто. Ех, о, ты будешь набивать с нами? Когда, сейчас? Да. Ты сейчас где будешь? Смотри, это что, блядь. Че ходишь тут за нас, а? Они меня снимают, ты че? А у тебя камера есть? Да. Микрофон? Да. А, ты палево. Я хочу, чтоб понабивать. Повесь табличку на себе, что с тобой нельзя разговаривать. Я... Микрофон мешает. Микрофон ему давай. Давай ему в микрофон. Коля, на тот ниже. Я волосом. Молодец. Хорош, Боря. Я думал, ты Артём, а ты Боря. Это он стоит. Это Боря. Ай. Приседай. Оп. Раз. Оп. Два. Че он принять не может какой-нибудь? А я не ровно дал ему. Беру один. Не, я тебе не дал. Нет. Ровно все было. Такие надо принимать. Все правильно. Давай. И вторая серия. Ух ты. Пахи. Пахи были. Вопросов нет. Я не знаю, почему он с одним. Без одного мы заходим? Давай, Жека, не хочешь с нами разговаривать. Начинай. Поехали. Не, ну, я, у меня тогда тоже. Правила таких. Кто зашел, у кого максимально. Что за прикол? Не устраивай. Это не прикол, это прием. Ну, я в следующий раз тоже без ничего зайду. Раз ничего хочешь. Спасу. Я. Ты. Эвелин? Эвелин. Леш просто кайфует от этого имени. Блин, ну да. Ой, чуть не забыл его. Катюта, я посел. Садим приставил. Хорош, Мак. Его Максим звонит? Да. Я раскурю. Через себя. Блядь, ну ты надо. Ты смотри, два решения. Да, дай мне. Спасибо, Боль. Ух ты, смотри, туда смотрел. На угол попало. Что-то долго. Какой два? У меня один. Он говорит, когда он бьет, он никогда не попадает. Парам-пам-пам. Вчера тренировался, когда у всех выходной был, а тут вроде не буду. Так не пойдет, Владимир, не пойдет. Олег Геннадьевич будет? А как же? 4-1 нам платят сыграть. Почему 4-1? Евгений. Да играю. Нет. Да. Казачки засланные, не? Ну, да, у него микрофон. А сегодня звезда? Нет, звезда, подумай. Владимир, давайте попробуем тишина, квадрат. Давайте попробуем, чтобы вот этого не будет ничего пробовать, просто. Давайте. И как он со мной разговаривает? Да? Ко мне приклеился. Все тренировка сейчас будет. А, у нас вот так нет, у тебя в поле не играет. А, ты на территории. С микрофоном, пошел вон. Играю я. Ворота такие раскрыл. Что ты делаешь, Миша? Начну. 8 минут. Он начал, Женька. Все, пой. Хороший. Говном так пахнет, да? Насрал тут. Куда вы бежите? Открывать. Это наш. Ух ты!
Я не видел шарика. Я списал. Давай я в центре. Давайте. Я был в центре. Вы отбирайте. Владимир, тогда манишку оденьте, пожалуйста. Дай. Ты отбирай главное. Фишку на голову? Не, нормально. Что будет на всех случаях? Светофор, вот. Догнали старых. Погода. Перерыв берите. Ага. Хорош, старый. Макс, ты хотел меня отрубить последние ноги, блин. Да может, никого нет. Офсайд, да. Никого нет. Офсайд уже был. Я тебя все никого. Одни, никого нет. Зачем Евгений человек есть, который ждет? Правильно, Евген. Я вот буду должен лететь. Короче, у меня сегодня праздник, без оскорблений. Нормально? Ты туда не добежался. Вы сами сказали один с вами. Следующий, я когда уже ты на меня ставил, вот один со мной. Ну ладно. У нас нету головастиков. Головастики, знаешь, что такое? Да. Что? Рыбки маленькие. А, вот Олег тебе подсказку. Стоп, уже интересно. Что такое головастик? Олег, ничего. Что такое головастик? Молодец, со второй попытки брал. Ой, я перепутал, это малек, рыбка маленькая. Малек, вот. Конечно. Я почему говорю, что ты все-таки через год... Через год только выше. Видишь, некому водички налить, сам себе наливаю водичку. Да? Да, Гарри? Говорю, водичка вкусная. Будьте как мы. Ты видел, что я мотоцикл заводил? Но они только для битья приспособлены, не для вот этих пасов. А ты что слышишь, что я говорю? Ой, выпал. Олег, ты нас тренировку срываешь, Олег. Олег, вы тоже не подготовились? Олег! Потому что это, ну, это косяк, извини меня, это вот раз. А со мной я как-то растерялся, микрофон, чем мы были не готовы. Все. Никто не готов, да, никто. Ни Жека, ни ты, ни я. Не готовились. Мы не готовились. А в прошлый раз вы были готовы? Подожди, сейчас мы про это раз говорим. Мы прошлое уже это. Ну и хорошо, я про прошлое. Нас прошлое не интересует уже. Ну были готовы? Нет. Ну так и все. Тогда вторая? Погнали, назад ничего. Просто. Это ж смотри, сейчас в упоре перегруз, это 6,7. А понял? Да. Каждый еще пять, у него все записано. Все лишнее вычтем. Что ты башку машешь? Ты что, думаешь, мы шутим, что ли? Армян две, ты одну. Пока еще, если ты сейчас не свалишь, может быть и две, и три у тебя будет. Как ему надо упражнение, чтобы он вываливался. Сделай так красиво. Один косяк у тебя уже есть. Понял? Вот тебе. Ты смотри, у него уже упал за тебя. Мяч выбил один раз. Олег, ты подготовься давай, Олег, я тебя прошу, Олег. Я понял, кто ваш. Что сказать? Доброе утро.
Один. Ты не делай. Семени. Да. Все, один. Эта херня болтается. Надо ее чем-то привязать. Не дал дальше пройти. Я хочу, чтобы ты еще быстрее срабатывал. Еще быстрее хочу, чтобы ты срабатывал. А в ту сторону не хотите, да? На ножках. Левая, левая. Хорош. Ну, надо всю каждую тренировку. Я про Warzone говорю. Если есть болельщик, кто играет, пусть мне пишет. Ой. Гар, можно попить? Владимир, папа тоже надо ударить. Он меня ударил сюда. Ты что меня бьешь? А? Куда ты катишься? Ты что меня бьешь? У тебя микрофон, уйди от меня. Ты что меня бьешь? Все слышно. Ты что меня бьешь? Баскетбол ногой. Юра, ты где бегаешь, Юра? Защита есть у нас, нет? А вот отбирай мяч. А, тащи. Ой. Символическая сборная тренировки есть? Такое название. Правый тир! Вы на сзади! Хорош! Подбор! Еще! Сзади! Сзади! Сзади, Карп! Браво, мяч! Ближе, ближе, левая нога, левая. Ближе. Водичка, перерыв. Перерыв на водичку. Ближе к нему, Юра. Левая нога. Вставай, ему. Коснулся, я видел. Коснулся. Сзади. Есть дом, есть дом. Один! Один! Не дай право! Аут! Аут! Все! Да, да, да. Не за нас, да.
Вот это вот другое дело. Притча? Итоги тренировки еще не могу подвести. Итог, еще у нас работа вратарская. А с полевыми все отлично прошло. Футбол поиграли, атаки поделали. Все четко. Да ничего, команда готова. Сейчас еще завтра будет силовая нагрузка, и потом уже будет полегче. Подойдем в лучших кондициях. Тренироваться будем. Вперед, балтийцы! Вперед, балтийцы!